Здорово, Дэн. Чё ты меня позвал, ты что-то спать? Да тут дело срочно, очень срочно, да? Выручить надо. Крутое место. А что за дело? Да тут рубрику нужно новую на канал запускать. И подписчики ждут, надо что-то делать. Кофе оплатишь? Ну давай тогда сделаем. А что, а на чем остановиться будет? А, то есть мне сейчас на ходу, вот ты меня позвал, чтобы придумать название, да? Ну, может, пана на диване? С вами пана на диване! Мы наконец-то сели на наш диванчик, вот, взяли кофеёк в руки и празднуем новую рубрику, вот. Новая рубрика «За стрит на диване, пана на диване». Мы пока думаем, как ее назвать, но вы можете в комментариях нам с этим помочь. Пишите в комментариях, какое название подошло бы лучше, чем пана на диване. Ну что, давай начнем новую рубрику, да? С вопросов. Погнали. Пана на диване! Захар, ну как ты думаешь, есть люди, которые еще не знают про панафутбол? Если брать только Москву, то ну процентов 20 именно уличных футболистов точно знают об этой игре, как и многие просто футболисты. Ну, я просто встречал, мы, например, тренировались, а помнишь, в парке Горького? Да, да, было. И конечно, просто дело. Какие-то даже баскетболисты говорят, о, сейчас пацаны в пану играть будут. Но это очень приятно. Многие знают про про фристайл, но есть намного интересней, по мне так. Это именно панафутбол. А что же такого интересного в этой игре? На самом деле, мне игра эта очень полюбилась. Я не люблю футбол 11 на 11. Интересна эта игра тем, что тут очень много скилла. Это всегда нужно думать. Понимаете, если брать именно тех людей, которые умеют играть в пану, то они знают, какие ты примерно будешь делать движения. И тебе нужно каждый день тренироваться, чтобы добиваться новых результатов. Если вы выходите во двор, там, я не знаю, там, пытаетесь чеканить мяч, какие-нибудь вокруг света делать, то... Мне кажется, вам пора заниматься паной. Но если вы хотите ролик о том, как начать этим заниматься и что использовать в тренировках и так далее, то вы нам скажите, мы сделаем огромный ролик. Переходим к третьему вопросу. И третий вопрос касается доступности в целом. Захар, что ты думаешь, в эту игру может выйти играть каждый? Ну, лично я считаю, что в эту игру может играть каждый, и начать в нее тоже может каждый. Главное желание. На любом покрытии, искусственное поле, асфальт, резина, вот. Слушай, Захар, такой еще вопрос касается покрытия. Какое покрытие лучше всего для игры в пану и как, ну, для тебя, по крайней мере? Лично для меня идеальное покрытие – это асфальт. Именно на асфальте происходят самые крутые баталии 3 на 3, 1 на 1. Я уверен, много рубрик мы замутим, и обязательно вы все увидите про пану, потому что именно мы специализируемся в этой тематике. Что, ребят, переходим к заключительному четвертому вопросу. Многих интересует, а есть ли проводятся какие-то мероприятия, турниры, где каждый может доказать свой скилл и выходя уже со двора на какой-то более профессиональный уровень? Захар, что думаешь на этот счет? Есть ли в России такие турниры? Я, как говорил ранее, проводятся турниры на мать его родине Папанию. Это что у нас? Это Копенгаген, Дания. Да, это, да, это лидирующая страна, которая сейчас развивает уличный футбол и пану просто вот так вот. И, кстати, ребята, один из членов нашей команды там недавно участвовал. Да, а зовут его Колян. Да. Никнейм у него Ник Простой, но наш Колян попал в топ-32, да. С чем мы его поздравляем. Огромный опыт, огромный, участвовать на таком уровне, где ребята целыми днями тренируются, очень приятно. Колян очень крутой, Колян очень крутой. Но обязательно в следующем году, ребята, нас будет уже там больше. Если вы хотите увидеть Коляна в следующем выпуске и устроить с ним интервью, он подробно вам расскажет, ну, какие это эмоции, какое впечатление, когда ты играешь на мировом уровне в такой дисциплине. Считай, ты тренируешься во дворе, а потом едешь в Данию. Да, пацан реально очень крутой. Ну, давай перейдем именно к тому, что происходит у нас в России, в Москве. Да, повторю вопрос. Как ты видишь турниры в России? Проводятся ли они вообще? И когда ближайшие турниры будут? От какого-нибудь мероприятия, может, расскажешь? Есть несколько, так сказать, организаций, которые проводят турниры в Москве и по всей России. И одни из них – это команда The Street при поддержке Кенгуру. Азы паны – это уличный футбол. И уже как 10 лет развивается уличный футбол благодаря команде Street Madness. И да. Также теперь мы тоже подхватили эту нишу, вот, и хотим также развиваться. Но, ребята, мы не отстаем, мы проводим свои турниры при поддержке компании «Кенгуру». Да, мы делаем все, чтобы уличный футбол и панафутбол вышел на какой-то новый уровень, чтобы больше людей знало об этом. Эта игра доступная, мы хотим, да, чтобы вы это поняли. Ты выходишь со двора, приходишь на наш турнир и просто доказываешь, что ты умеешь. А когда у нас следующий турнир, я не помню. Кстати, ребят, 29 сентября. Это уже, кстати, не очень это. Да, это очень близко. Через неделю в Одинцово стартует наш
второй уже турнир совместно с Kenguru Pro, где ты, точнее, можешь доказать свой скилл. Переходим по ссылке в описании и пишем свое имя, фамилию, да. Номер. Осталось совсем немножко места, уже неделя до турнира, много кто прорегистрировался, но мы ждем именно тебя, если ты посмотрел это видео и замотивировался, обязательно приходи, будем ждать. Также можете поболтать немножко. Все ссылочки с нами. В описании. Да, не забывайте. Ребята, пацаны. Вроде я рассказал про Москву, но забыли кое-что. Новая рубрика. Мы хотим ввести еще несколько подрубрик в эту рубрику. Это сказано очень так это. Мы ждем от вас идей. Да. Мы хотим какой-нибудь интерактив. Этот ролик вышел более серьезным, но я уверен, что если мы захотим сделать что-то смешное, то обязательно у нас это получится. Поэтому да. Пишите в комментариях, что вы хотите. Самое главное, это фидбэк для нас. Да, ребят, мы практикуемся. Как видите, мы уже сидим в необычном месте. А не на улице там где-то. Мы привыкли снимать на улице какие-то туториалы, еще что-то. Сейчас у нас новая рубрика. Мы разговариваем с вами и надеемся, что вам приятно говорить с нами хотя бы вот так вот через камеру. Ну что, ребята, я Захар. Я Денис, я думаю, нам стоит закончить этот ролик. Не забывай зарегистрироваться на наш турнир или просто прийти посмотреть. Это Одинцово. Адрес будет в описании, я сейчас точно запомню наизусть. Да. Но обязательно смотри в описании. Ну а также, ребята, подписываемся на канал. Колокольчик, да? Лука. Ну ладно, ребятки, мы пошли допивать наш кокейл. Да, я уже допил, но чисто ради кадра сейчас мы все сделаем. Ребят, резкая вставочка с туториалом. Вы подумайте, что мы ненормальные, а мы просто любим уличный футбол, любим вас, наших подписчиков. Нас уже 3000 или 300, неважно, главное будет дальше больше, дальше проще, дальше.